Кира, я сегодня задержусь на работе, у нас аврал. Десятки людей в отделении, больница переполнена. Врачи диагностируют отравление, но я не видела ничего подобного за всю свою врачебную практику. Причина отравления до сих пор не выявлена. В чем дело, мам? Я собираюсь в школу. Милая, я надеюсь на твое благоразумие. Мне нужно, чтобы ты сделала, что я скажу. Застелить кровать по-человечески? Ладно. Я не об этом. Ситуация ухудшается. Включи телевизор. Серьезно, мам? Я в школу опоздаю. Ты не пойдешь сегодня в школу. Хочешь, чтобы я прогуляла контрольную по математике? Ого, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Твоя учительница по математике в реанимации, как и половина твоего класса. Ночью с отравлением в больнице поступило более 1000 человек. В регионе объявлено чрезвычайное положение. В регионе? Включи новости, Кира. Что происходит? Что это, мам?